Ремонт дорог этой весной из-за ранних плюсовых температур начался раньше обычного. В прошлый год он выпадал на третью декаду апреля. В этом – на самое начало месяца. На минувших выходных к работе приступили на проезжей части улицы Мамонтова в поселке Власиха, на энтузиастов между улицами Попова и Панфиловцев и на Гоголя от Красноармейского до Челюскинцев. Вообще этому предзнаменовалась работа комиссии по обследованию железнодорожной сети, ее оценке и формированию плана. Вот в пятницу комиссия отработала уже, утвердили план. И вот первоначальные объекты, ну, в принципе, которые требуют ремонта, они определились. На этой неделе «Автодорстрой» проводит ремонт на улице Кутузова от Загородной до шоссе Ленточный Бор, на улице Загородная, Челюскинцев до улицы Кутузова, улице Взлетная от Попова до Шумакова, на Павловском тракте от проспекта Строителей до улицы Сельскохозяйственной и на улице Малахова от проспекта Космонавтов до улицы Антона Петрова. К слову, еженедельный план работ можно найти в открытом доступе. Порядка 38 тысяч квадратных метров всего вот так на улично-дорожной сети текущим ремонтом будет выполнен. Это за исключением тех плановых работ, которые выполняются по национальным проектам, по программам иного федерального значения, где мы строим дороги. Здесь именно в кратчайшие сроки задача устранить аварийную ямочность. Кроме того, покрытие отремонтируют на Южном тракте от Змеиногорского тракта до улицы Дзержинского и на трамвайных переездах по проспекту Калинина. Всего за эту неделю дорожники планируют сделать 15 участков улиц. В арсенале 48 единиц спецтехники и полсотни рабочих. Анара Шагирова, «День с толком».